Гая, давай поедем к маме и папе. А что, неплохая идея. Собирайся. Ну, я просто пойду машину заводить. Вот. Ой. Так. Все. О, ты уже собралась? Угу. Все, села. Давай, поехали. Аккуратненько надо... Ой, тихо, нет. Блин, надо... Я поцарапал машину. Тихо. Угу. Выезжаем на дорогу. О, уже вижу теплицу. Тихо. Странно, почему на ферме никого нет? Тихо. Обычно у них тут куча овец, коров. Странно, где они все? Ладно, посмотрю в сарае. Ты посмотри, что я у них нашел. Чего? Да я сам удивлен. Ладно, я пойду пока что в их дом. Ладно, я пока что дальше исследую. Кстати, ой, может быть мне этот дробовик понадобится, может. Что я в этом сарае? Это кто? Вот это я. Ой, кино. А это-то кто? Странно, это и не мама, и не папа. Ой. Ладно, я отнесу этот труп человека куда-нибудь. Ладно, отнес его, положил. Вы кто такие? На! Пойду за женой. Она на сегодня там обустроилась уже. Вау, ты уже прибежала? Да, а ты что, не нашел их? М-м. Очень странно. Пошли в дом. Окей. Подожди. Фух, это очень странно. Где они? Да, другой, согласен. Мне кажется, даже что-то... Мне кажется, что за нами кто-то следит.
Слушай, давай-ка на улицу сходим. Окей. Я тут какого-то человека увидел. Представляешь? Угу, представляю. Пошли в тот салай. Надеюсь, там не будет опять ужье. Окей, ты иди, я догоню. Офигеть, так быстро побежала. Ну ладно, я за ней. Несколько минут бега спустя. Итак. А! Ты это нашла? Угу. Это что-то не сладится мне. То дробовик нашли, то винтовку, блин. Боюсь представить, что скоро кого мы увидим. Беги, бери с собой винтовку и все. Зачем? Беги, я сказала. Пять минут бега спустя. Вот ты тут уже. Я советую спрятаться дома. Согласна. Давай побежали быстрее. Я не понял, почему ты сказал бежать? Быстрее. Ты сейчас все узнаешь. Все, просто закрываем все. Чем-либо, чем сможем. Несколько минут заколачивания спустя. Мы же все заколотили? Да. А что ты волнуешься? Я помню одну историю, мне мама рассказывала. То есть бабушка сейчас, которая... Вот. Как-то на этой деревне нашли какого-то черного человека. И этого запечатлели в истории как скелетона. Я даже боюсь представить, как он выглядит. Если запретили его даже показывать. Не то, что взрослым. Не то, что детям. А даже взрослым запретили показывать. Ты веришь в это? Ну, меня мама никогда не обманет. Ты это слышала? Да. Готовь снайперку. Да, окей, готовлю снайперку. А я дробовик что возьму. Она может вырваться с минуты на минуту. Я знаю, что я сделаю. На всякий случай. Стреляй! Стреляй! Давай, убегаем. Быстрей. Най, быстрей. Да через какой-нибудь выход хотя бы. Надо бежать куда вдаль. Я помню, там была одна машина старая. Я и жене этого сказала. И она туда тоже бежит. 10 минут бега спустя. Вот. Помнишь эту машину? Помню, в аварию попала. Ее так и не увезли. Садись. Я тоже. Езжаем быстрее. А,
Ай, где я? О, жена, вставай. Офигеть, эта машина. Да, она, правда, ну, цела осталась. Вот она. Поехали куда-нибудь в другое место. Ой. Как будто я выпил литр коньяка. Стой, тихо. Так. Вот тут вот. Вот вижу дом какой-то. Чё, давай уходи. Оставим пока что на всякий. Пошли в дом. Стой, сзади тебя что-то. Не живой, надеюсь? Нет. Телефон! Алло. Какой номер МЧС? Бла-бла-бла-бла. Угу. Алло, 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 это МЧС? Да, что случилось? Мы приехали к отцу и маме. А тут какая-то аномалия. Опишите. Человек, но только он может превратиться в скелет человека. Мы уже имели с таким дело. Сейчас все скажу. Скелетон, известный также скелет. Он появляется в сельских местностях. Обычно его не замечают. Но в этом случае его заметили явно. Даже не могу представить, что его все-таки нашли. Он появился, как-то был мальчик, Петя, и его задавила машина в сельской местности. И потом, каждое лето, в тот самый день, он приходит навестить свою могилку. Но это не могилка не там, где его похоронили, а там, где его именно убили. И он ненавидит людей, потому что именно из-за человека он умер. Еще он может телепортироваться. Так что советую лучше не закрываться просто в пространстве. Пока что мы узнали только об этом. Но если вы хотите еще классных историй про аномалии, ставьте лайки и подписывайтесь. 10 лайков, новая история не будет себя так долго ждать. Пока! Подпишись, скоро 2000 подписчиков. Пожалуйста, ты подпишись, пожалуйста, скоро 2000 подписчиков.